Я так рада, что ты цел. О, да, такая заруба. Ну и тебе спасибо, что помогла мне. Привет, еще это Нек 2, и мы продолжаем борьбу с титанами. Мне, наверное, вот сюда наверх надо, да, запрыгнуть? Только я сперва янтарчик соберу. Вот сюда погляжу. Здесь вроде бы ничего. В прошлой серии я пропустил 2 танька. Я их собрал благодаря вашим комментариям, за что вам благодарен. Спасибочки. Огромное спасибочки. А мы карабкаемся. О, стой, стой, стой. Птичка, можно ее? Нет, ее нельзя бумерангом сбить. Ну и хорошо. Будут жить, значит. Тут есть проходик какой-нибудь? Нет, нету. Наверх запрыгнуть нельзя, идем дальше. Уменьшаюсь. Тёп. Эти титаны, их осталось вроде бы 3, потому что 4-го я размотал в прошлой серии. И сейчас надо будет с этими 3 воевать, видимо. Надеюсь, что не сразу, а поодиночке. Я буду их выносить. Черт. Так красиво начиналось все. Видимо, нам наверх. Здесь нет никаких закуточков. Все, полезно. Так, сколько здесь тайников в этой главе? А, последний остался. Глава 11, часть 3, колоссальная угроза. Угу, все. Вперед. Вояки. Да ты что, думаешь, я успел? Нет, я не успел. Черт, подари. Иди ко мне. Ко мне подойди. Ух ты, как ты умеешь крутить свою шпалу эту. Да ты Джеки Чан, ё-моё. У меня уже 5 талантов. Куда их все вкачивать-то? Я их в прошлой серии забыл прокачать. Я был очень сильно занят. Значит, усиление. Сейчас посмотрим, куда можно вкинуть. Значит, я хотел... А, точно. Увеличение пупкового удара я хотел прокачать. И нужно здесь 6 талантов. Еще чуть-чуть. Копим, короче. Копим талантик. Че? О. А, ну ладно. Счетчик комбо. Напоминаю, что я его собрал. И теперь он у нас есть. Что? На пленников нет времени, Нек. Она не оставила меня в беде. Мы можем ей доверять. Доверять? Ты забыл, что случилось на острове? Я не знала, что сделает Ксандр. Прошу, поверьте мне. Ладно, но если она снова предаст, ты в ответе. Достаточно. Есть вопросы поважнее. Куда Ксандр отправил титанов и как он планирует их использовать? Проследим за ним и узнаем. Так ведь? Нексус. Они собираются в кратере. Что это вообще за место? Никто не знает. Существует со времен высших гоблинов. Старый механизм. Цель неизвестна. Я слышала, как Ксандр говорил... Идем, Нек, нам пора. Лукас, постой! Он немного не в себе. Нужно время. Пусть остынет. Глава 12, часть 1, в омут с головой. Это говорит о том, что я профукал тайник. Только начал, сразу же профукал тайник. Здесь сколько тайников у нас? 2. Окей. Так, разбиваем здесь все. Не-не-не-не-не. Если ты хочешь спросить, а где же ты собрал счетчик комбо? Я вернулся назад собирать тайники, которые пропустил, благодаря твоим комментариям. И там мне попался последний элемент счетчика комбо. Так что вот как-то так. Тебе бумеранг, лови. Попалась. И теперь так. Тебе тоже бумеранг, лови. Ой, не туда отпустил бумеранг. Ну, у меня теперь 2 бумеранга, поэтому сделай так. Хлёпся. Как мне нравится жучков убивать, это вообще. Где Катрина? Пошла другим путем. Подойдем к войску Ксандера с разных сторон. Окей. Про жучков я имею в виду вот этих вот ос. Я про них имел в виду. О, птичка, здорово. О, они сейчас мне могут уменьшаться, кстати. Помнишь, когда мы только начинали, эти птички, я их называл дятлами, они мне мешались дико. Прям вообще бесили. Где-то должен быть тайник. Я вот чувствую, что я его сейчас, наверное, пропущу. Возможно, ты его уже заметил. А я нет. Если сюда, тут никак. Боже, коробочка. Предвестница хорошего. Вот сюда давай запрыгнем. Тут явно что-то... А, ну тут опыт. Опыт это хорошо.
мне еще одно очко таланта, и я смогу вкачать свой попковый мощный ударище. Чего я истинно хочу. Опля. Теперь сюда. Чувак, с блабой. Сейчас смотри, как я его размотаю. Хопа. Хопа. Даже ударить меня не успеваешь. Хоп, хоп. Блин, какой ты резкий. Ай, я ударил все-таки. Мое комбо. Ты не собьешь мое комбо. Ты не собьешь, не собьешь. Надя, Надя, и улетел. 8. Похоже, эти отбились от основной массы. Остальные уже должны быть в кратере. 8 очков комбо. Сейчас я тебе покажу устройство это. Счетчик комбо. Вот оно. Вот так вот он выглядит. И тут написано, что да, действительно. Ну, тут, в принципе, и раньше было написано, что бонус дает... Ну, чем больше я бонуса накоплю, тем больше урона я наношу, короче. О чем тоже писали в комментариях очень много раз. Поэтому... Ну вот с первым неком я вот не помню, он так там работал или нет. Вау, вау, вау. Дерзометр зашка. Ай, ты мне счетчик комбо сбил. Ах ты, 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 ах ты. Сейчас я тебя ударил. Пошел вон. Опыт соберем. Блин, ну как так? Счетчик комбо сбился. Кстати, я уже счетчик комбо до 20 поднимал. И никакой ачивки мне не давали, как в первом неке. Артефакт Уксандера. Он вставляет его в какой-то механизм. Что он делает? Это я и пыталась сказать. Эта машина — финальный аккорд плана Урика. Он ей так и не воспользовался, но она усиливает роботов. Усиливает? Но как? Ксандер не сказал мне. Простите, я не знаю. Конечно, нет. Лукас, я знаю, что напрасно верил Ксандеру, но неужели ты ни в ком не ошибался? Я? Ошибался и подумаю дважды, прежде чем кому-то поверить. Надо спускаться, скорее. Я за тобой. Спускаться будет непросто. Блин, как круто, что я вынес первого титана. Они сейчас усилились. И хотя бы их 3, а не 4. Так, смотри, они наэлектризовываются, эти штучки. Ох, 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 ох. Ладно, собрались. Вот так. Теперь туда. И вот. И все. И круто. И я молодец. Здесь просто перепрыгнем сюда. Тут у нас пилы, дрели, которые меня могут распилить. А там чувак, смотри, он там за стенкой питается электричеством. Либо там его мучают, я не знаю, вон он. Ой, упал. Опа, здесь проходик есть. Скорее всего, мне туда нужно пройти. По-любому, по сюжету, хотя, может, и нет. Счетчик комбо... тайники. Забыл, как он называется. Детектор тайников сработал. Пойдем, сходим. Очень много было комментариев о том, что... я пропустил тайник, где работал детектор тайника. Но я еще раз напоминаю, что он внизу. Это табличка тайника отображается, вот этот кругляшок. Я его, бывает, не замечаю просто, тупо физически. Особенно во время файтинга. Просто, ну, не видишь его. Поставили бы его где-нибудь посерединке, не знаю. Ну, видимо, такая задумка разработчиков, чтобы не сразу палили. Пробегаем. И напоминаю, что все устройства у нас собраны. Остались только камни. То есть аквамарин, топаз и все в этом доке. Прыжок. Ох, как меня закрутило. Задавило, еще упал. Ну, вообще красава. Ненавижу такие моменты. Да что ж такое-то опять, вот по таймингу не попадая. Давай, вот сейчас надо прыгнуть. Вот, отлично. Запрыгну? Нет, не запрыгну. Ну ничего. Когда торопишься, всегда такое бывает. Блин, еще так крутят. Подожди, подожди, я, кажется, тайник увидел. А, ну тут опыт. Хорошо, что здесь роботы Катрины. Они прям вообще выручают.
Очень классно выручает. Но из-за них я не смогу набить опыта и комбо. Погнали. Ой, тут не погнали, стой. Выкрутился. Да, вышло. Как-то да вышло. Опа. Дайте я его ударю. Мне надо счетчик комбо набить. Град ударов выручает. Спасибо. Что дали мне его побить. Хоть чуть-чуть. Ну запрыгивай, Нек. Есть. Если бы я здесь упал, то это все. Я бы, наверное, перестал бы играть в эту игру. Не простил бы себе. Мы здесь. А это что такое? Ух ты, нифига себе, какая интересная штука. Я не успеваю. Надо было вначале посмотреть, а потом бежать. Давай, запрыгиваем. Бежим. Есть. Интересно, куда уходит вон тот вот элеватор, лифт. Сейчас, подожди, давай сюда сбегаем. Вот здесь тайник есть. Ништяк, два тайника собрано. Обалденно. Обалденно. Изумруд. Изумруд. Ну, я, наверное, выберу изумруд. Из трех изумрудов выберу этот изумруд. Выбор же есть. Ну все, погнали. Нет, не погнали, куда я улетел там, блин. Давай еще разок. Бегу. Оба, прыжок. Сделаю. Блин, ну почему не сработало? Это должно было сработать. Нет, я не побегу. Смотри, что я хочу сделать. Я сейчас это повторю все равно. Я хочу сделать вот так вот. Да! Обошел это. Опля. Тут сейчас будет немножечко сложновато. Нифига себе. Ну нифига себе. Падаем. Все тайники я собрал. Нужно не переживать за это. Дальше мне нужно вот сюда. Ох уж эти мостики. Появляются, убираются. Пугают меня тут. Я, видимо, в сердце этого аппарата хочу пробраться, да? Чтобы ататашки сделать. И перенаправить энергию роботов против их самих. Чтобы их усиление, наоборот, ослабило их. Скорее всего, так. Так, бегу. Нет, так не надо. А как мне запрыгнуть? Ух, как интересно-то. Все, я понял, как надо запрыгивать. Опа, вот так вот. И все. Здесь есть что-нибудь интересное? Сейчас уменьшусь. Нет, закуточек есть, но там пусто. Пустотень. Тут тоже ничего. Опыт. Я ищу опыт. Мне нужен опыт. Катрина, вы спрыгнете здесь, нет? Или я буду сам разбираться? Да, наверное, сам буду разбираться. Ох, не успел, черт подери. Такое отличное комбо набрал. Е-е-е, 10 очков комбо. Усилил себя на 1%, наверное. Вот какое усиление, да? Элитный робот. Неуязвимый враг. Его даже не пробить ничем. Моя комбо. Но пропала. Я знаю, как его пробить, кстати. Думаю, что это сработает. Его же атакой просто отбить нужно. Хотя у него такая мощная атака, что может и не пробьется. Что с тобой сделать-то, друг мой? Может, он ту штуку опустить? Черт. Нет, я до нее не дотянусь. А, броня сбивается у него. Сюда! Бегу. Надо увеличиться в размерах, и тогда я их смогу разматывать, мне кажется. Привет. Катрина, давайте, разматывайте его. Сильно даже охранные роботы Катрины. И что делать?
Как быть? Вообще им пофигу. Вы мне что-нибудь подскажете? Скажете, что делать? Спрыгивать? Самоубиваться? Так, давай попробую все-таки их атаку отбить. Попробуй столкнуть их вниз, Нэ. А, точно. Почему бы нет? Короче, отбить их атаку не могу. Но вот столкнуть, в принципе, реально. Давай, падай. Ну, Нэк, ну что ты сделал? Град ударов какой-то в не ту сторону вообще. Ему пофиг. Ой-ой. Это плохо. Пожалуй, нам пора. Да, пожалуй, пора. Ой-ой-ой-ой. Теперь я уже, знаешь, подумал... О, тайник. Да ладно. А, новая глава? Ой, как. Неуязвимый враг, точно же, новая глава началась. Я чё-то... О, телепорт, спасибо тебе. Чё-то я сегодня невнимательный, капец. На тайнике внимательные, а вот падаю, что-то не проходит. Это что за горшок? Так, значит, топаз у нас 8 штук, возьмем его, значит. Топаз бы реликт. Аквамаринчик, там совсем чуточку осталось-то. Все ерунда, фигня. И у нас будет аквамариновый нек. Это я забираю. Камень падает. Ну упади, я их собью. Отбил ему обраточку. Я забыл, что этот может в пинг-понг со мной играть. Хотя я его вынес. Невероятно как, но... А, вот, кстати, давай. То, что я и хотел. Здорово. Ага. Давайте уже. Если валун с ними не справится, то ничто не поможет. Отошел. А ну отошел от меня. Черт. Давай, падай. Да, это будет вообще сложно. Как можно с ними бороться, если ты не можешь их убить? Чёртовы гранаты! И тебе тоже на бумеранга. Готов? Готов. Чуть-чуть опыта для одного очка таланта. Так, походу мне его выкинуть сюда надо. Разобьешь вот эту штуку? А, ну у него же щит есть. Я его туда сейчас и столкну. Блин, не уклонился. Не сбить его туда. Может, расломать как-то? Вот, самому нужно было сломать. Давай, падай. Вот прикольно, да? Убить не можешь, а скидывай. А если не будет возможности все скинуть? Больше и больше. Мне это ни разу не нравится. Не, дружочек, ты в меня не стрельнешь. Не, к тебе я не подойду. Я сделаю так. Готово. По тайникам у меня здесь... Ага. Ага, вот это можно сломать, смотри. Там проход, нет? Опыт. Отлично. Значит, еще 2 тайника осталось. Вот это можно тоже сломать. Угу. За камнями может быть проход спрятан. Поэтому надо все хорошенько осматривать. Прыжок. Падаем. Прыжок. Есть! Тайник где-то, я вижу. Наверное, вот здесь вот. Ага. Ух, красота. Сейчас будет красота, аквамарин. Второй раз мне дают выбрать из 3 изумрудов 1 изумруд. Я бы все 3 взял на самом-то деле, но ладно, возьму свой. Вот это вот единственный реликт, который мне нравится из камней, это изумрудный, потому что он напоминает мне... Ну и топаз еще красивый. Потому что он напоминает мне ракету. Уж Катрина в порядке? Надеюсь. Ух, сколько опыта. Че, кавабанга сделать? Да, попковый.
Потом надо разбить вот эти вот все части. Роботов Катрины уничтожают. Опля. Ну давай вот это еще тоже сломаем. И сюда, наверное, тебя и столкнем. Полети, искупайся. Прочисти свои там батарейки в водичке. Ой, не допрыгнул, допрыгнул, красавчик. Не допрыгнул, допрыгнул, красавчик. Оп. Пока успешное прохождение полосы препятствий, но вот ударился током. Кстати, когда я бьюсь током, у меня счетчик спадает или нет? Не обратил на это внимание. Нет, нельзя. Только рукопашка. Дальний бой — это слабость. Хотя я сам в него бумеранг запульнил, но бумеранг не наносит урон, между прочим. Так что вот. Сейчас будет здесь эпик фейл, скорее всего. Побежали. Постоим. Побежали. Попердим. Побежали. Все, все хорошо. Тайник, здесь где-то есть тайник. Куда ж тебя спрятали, тайничок? Наверху? Скорее всего, наверху. Потому что там дальше пройти-то некуда. Либо в ту сторону мне нужно по сюжету. А я тогда пойду вот сюда, не по сюжету. А я туда не запрыгну. Вот так вот только если... Ты последний тайник, ништяк. И снова изумруды. 3 штуки, наверное. Ну, конечно же, изумруд. Изумруды. О, прикинь, нет, не 3 штуки. Деталь янтарной бомбы. Ну, спасибо. Разнообразили тайничок. Помчались. Помчались, помчались. Фух, чуть сердце в пятки не ушло. Нельзя так было выбегать сюда. А я просто вот перелечу и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда тебя здесь сталкивать-то? Вот туда? Давай я тебя туда столкну. Ой, двое, их двое, ё-моё. А куда мне убежать? Подскажите, куда мне сбежать можно? Просто спрыгнуть? А что, если я сам сюда спрыгну? Ага, конечно. Тебе нельзя. У тебя домашка не сделана. Они друг друга стреляют, им пофиг. Минус один. Готов. Так, а куда мне теперь? О, все, 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 усиление, 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 усиление. 6 талантов. Увеличение радиуса поражения пупкового удара. Самый мощный удар в этой игре прокачан. Теперь все будут меня бояться, просто капец, ну. Что-то как-то не очень, да, вот. На, подождите. Тут вот вообще показывали, что он прям нифига как разлетел. Смотри, как он там раскидывается, у него реликты просто во все стороны разлетаются. А, ну он там по размерам побольше, да? А этот потоньше, поэтому, ну, поменьше. Поэтому вот так вот. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Но в любом случае, у нас радиус увеличился, не мощность. Поэтому... Привет, ребят. Ксандр времени не теряет. Как же все это мерзко. Мы опоздали. Он заряжает титанов. Батареечки-то у них сели за 100 тысяч лет. Смотрите. Катрина в беде. Нужно помочь ей. Хорошо. Пошли. Нек, стой. Я поклялась никогда не обучать чужаков этой ката. Но без нее ты не одолеешь Ксандера. Теперь в бой. Зажмите. Я зажал. О, Розенган, летить, колотить. Ой, меня размотали, Розенган.
Так, подожди. Я теперь что, Наруто, что ли? Ну, это круто. Или Чидори, не знаю, на Чидори тоже похоже. Электрическое такое. Вау. О, это покрупнее. Пил. 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 Уворот. Не уворот. Давай опять свой там Чидори Резанган. Ну, конечно, Резанган больше похож, потому что он круглый. Спасибо, Эва. Пора ответить им. Глава 12, часть 3, новый прием. И сертификат коронный там чего-то я получил. Способности, видимо. Ну чё, отхватишь? Бах! И теперь вот так вот тебя. И теперь вот так вот тебя. И вот так вот. Ну тебе. Выкусил? Давай, спрыгивай. Лови. Теперь так. О, какая сладость. Какая услада для этого. Вот как это делается. Да, я же теперь вообще профи. С сертификатом. Отучился на разбивание щитов. Коронный прием это называется. Да, легко сказать, сейчас разобью. Попковый удар надо на тебе попробовать. Да? Смотри, сверху попко. Ну такой себе. У меня уже комбо счетчик 21. Это довольно-таки сильно, я тебе хочу сказать. Пойдем посмотрим, что дальше делать. Ой. Я аж испугался, когда камера вид изменила. Реликтики, спасибо. Здесь кто-нибудь на меня прыгнет, нет? Нет, скорее всего. Тогда нам туда. Я просто возьму вот так вот и перелечу. Как бабочка буду пахать. А что, мне теперь туда? О, нифига себе. Вот это да. Вот это да. Давай, 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 давай. Прыгаем, 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 прыгаем. Тут падаем вниз. Еще вниз. А здесь надо... Ох, успел. Вот это здесь они понапридумывали, так понапридумывали. Смотри, вниз можно спуститься. Давай посмотрим, что внизу. Может, тайник? Здесь два тайника спрятано у нас. Внизу есть проходочка куда-нибудь? Не, ничего нету. Ну и ладно. Тогда увеличимся в размере. На тебе. И тебе... Ох, электричеством зарядился. Ушел. Ушел. Получай. Красава. О, сейчас прыгнет бабочка наша. Мимо. Счетчик комбата, посмотри на него. 35. Огонь и пламя. Собрали. О, у них крылья появились. Чтобы не задевал здесь Ксандр, он это сделал. Куда он направляется? Их цель Нью-Хейвен. Мне жаль, Лукас. Давайте прибудем туда первыми. Помчали скорее. Катрину. Все сразу сначала сказали. Катрина. Потом Ксандр. Готово. 42 комбо. Ё-моё. У меня таких очков никогда не было. Солнечных очков. Значит, про тайники не забывает. Еще ни один не нашел. Поэтому... Ох, ё-моё. Как он промахнулся, слушай. Он еще летает. Блин, к нему будет сложно подойти. Все, моя комбо к черту полетела. Ну ничего, я сейчас еще раз попробую набрать. Янтаридзе. Вот тут тоже янтаридзе. Надо смотреть на детектор тайников еще. Вот он, кстати, показывается, что здесь. Здесь, вот сюда нам надо.
Вот сюда. Аквамарин, дайте мне, пожалуйста. Тех чуваков раздавило, опыт прилетел. Топос. Конечно же, топос. Аквамарин мне сейчас никто не даст, да? Ясно, я понял. Все под конец игры оставили. Ну, хорошо. А ты остался один, одинешенька, да, тут? Ох, как ты в стенку-то можешь. Как же хорошо, что я прокачал этот град ударов. Ух, блин, скинули меня. Я просто хочу... Вот, собрал, а, и улетел. Это сложно, когда в тебя стреляют, что-то собирать. Да блин, уворачивайся, ты же нэк. А, у него же самонаводящий, я забыл про это, да. Да-да-да. У него самонаводящиеся снаряды. Ну, я вроде бы там все собрал, в принципе. Поэтому... Сразу к нему надо запрыгнуть и надавать ему. Вот и все. Опа. Ух ты. Есть. Так. Последний тайник тут у нас. Еще немного реликтик. О-о-о, опыт. Стой-ка, вот сюда можно пройти. Только про тайник сказал, и пожалуйста. Давай, проходи в трубу. Нек. Ну что, ты не можешь в трубу залезть, что ли? Так перепрыгнуть? Ну давай так. Ну давай, топос, изумруд. Что ты мне дашь? Скорее всего, топос. Я уже предугадываю. О, аквамарин, последний аквамарин. У меня есть скин. Смотри, какой скин крутой. Прям корона. Создан прыткий нек. Нек, оптимизированный с упором на скорость. Круто. А мне расскажут, какие способности у него есть? Или он просто гипер-упер быстрый? Кристаллы, реликты, выбор персонажа. Давай посмотрим. Так. Это обычный, вот, смотри. Особые действия. Сокращается период уязвимости после атаки. В смысле сокращается? Так нечестно. Особые действия. Ударная волна. А, ну это вот, короче, как мои братаны умеют делать. Как в первом Неке я делал вот эту бомбочку с ударной волной. Вот это вот умеет аквамариновый Нек. Что ж, напоминаю, что в сюжетной... Хотя сейчас я попробую. Нет. В сюжетке нельзя выбирать суперкрутых этих неков. Суперкрутые эти скины, поэтому... Ой-ой-ой. Блин, да как же и так свалился-то все равно, а? Не люблю 3D-платформеры, вообще ненавижу. Вот в платформеры надо играть в 2D. 3D это... Адский разрыв пукана. Насилие над самим собой. Опа. Сюда, теперь сюда. Ау, ау, поджарился. Пупком, пупком, жопкой. Роботы. Держись еще немного, Катрина. Я бегу, что есть мочь. Мы вроде бы уже здесь, где ее схватили. Вот совсем рядышком. Янтарчик заберу. О, подожди, вон там еще реликты. Это то место, где Катрину загнали в угол. Вроде да. Похоже, битва продолжается. Да ладно, Катрина умеет за себя постоять. Она четкая девчонка. Хопа, блин, башкой ударился. Как нам быть, как нам быть? О, просто взял и перепрыгнул. Но мне подфартило немножечко, конечно. Туда можно запрыгнуть? Наверное, надо сделать вот так вот. Меня кто-нибудь поднимет? Спасибо. Как... Стой. Опустись вниз, пожалуйста. Опустись. Во! Что это за место? Пойдем-ка сходим. Это же... Ух, как я вовремя вырос. Это же момент с талантом. И что ж мне дадут? О-о-о! Нифига себе, ты посмотри, я как из пулемета стреляю.
град ударов превратился в ракетоносный какой-то, я не знаю, прием. Взрыв кристалла. Вы разучили новый суперприем. Взрыв кристалла. Выстрел быстро летящих кристаллов поражает противников на расстоянии. Вау, это круто. Классная способность. Пойдем искать теперь неуязвимость. Не зря я сюда заскочил. Слушай, я прям как видел, что надо сюда. И видишь, вот здесь вот этот мунамент был не рядом с тайником даже. Тайники, кстати, я все собрал здесь. Да. Так что такие дела. Возможно, я по-любому пропустил где-то мунаменты эти. Приемы тут всякие разные крутые есть. Запрыгиваем. Дайте мне неуязвимость, пожалуйста. Вот она. Ну давай попробуем. Ой-о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 й
Счетчик комбо как заполняется. Ой, и все, сбросился счетчик комбо, потому что неуязвимость кончилась. Забираем вот это вот. Ну, погнали. Катрина, я иду за тобой, чтобы тебя спасти. Кто бы мог подумать, что Катрина придите будет туда. За нас. Катрина все еще держится. Я же говорил, что она четкая. Ого, ого-го. Это что за Stark Industries? Ну, короче, ты понял. Что это, я моя? Ой. Это, видимо, от Железного Человека. Похоже на Железного Человека. Ой-о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 й
Видал? Ты так не можешь. Катрин, я здесь, я здесь. Это кто стрельнул? Ты как? Что? Стоило мне поверить, что я приняла правильное решение. Как ты выкинул такой номер? Любая бы разозлилась. Ты ведь передумаешь, правда? О, нет. Как пить дать? Войска Катрины уничтожены. Остались только вы. Последняя преграда на пути Ксандера в Нью-Хейвен. Эва, зачем он это делает? Знаю, это трудно понять, но... После победы Мариуса над цивилизацией высших гоблинов, больше сражаться было не с кем. Оглядываясь назад, он осознал, что стал таким же безжалостным, как гоблины. Тогда-то Мариус и понял, что для людей мудрость важнее силы. Мариус встал на путь мира. Он основал Орден Монахов, и они долгие годы правили людьми. Мы процветали. Мир пошел людям на пользу, но что еще важнее, монахов стали уважать. Но с кончиной нашего основателя влияние монахов ослабло. Наш вклад в благополучие человечества был забыт. Нас стали считать странными отшельниками и того хуже, старомодными чудаками. Ксандер считал это унизительным. Он думал, что власть над миром вернет нам былое уважение. Да, но целая армия древних роботов? Это уж слишком. Летим? Летим. Я следом за вами. Возвращение в Нью-Хейвен. Еще три титана! Милый дом. Уже не тот, что прежде. Дело во вражеском вторжении. Идем. Пора положить конец плану Ксандера. Глава 13, часть 1. Возвращение домой. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Если понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов, на которых мы с тобой увидимся. Так что до встречи!